Спасибо за то, что вы с нами, ведь прямо сейчас мы находимся в эпицентре очень напряженных событий. На этой сцене оглашение результатов зрительского голосования ожидают 7, безусловно, талантливых участников. Несколько минут назад мы назвали имя первого финалиста этого сезона. Ей оказалась Вероника Морская. Вероника уже в финале, а прямо сейчас я хочу огласить всю таблицу зрительского голосования. Напомню, что мы учли все телефонные звонки, все смс-сообщения и, конечно же, голосование в мобильном приложении «Телепортал». Впервые вы услышите, как в реальности распределились зрительские голоса. Итак, 8-е место. Зрители отдали зрители отдали Элине Ледянкиной. Элина, солнышко, ты, к сожалению, не проходишь в финал. На 7-м месте. На 7-м месте Богдан Нестеровский. Ребят, я понимаю, как вам тяжело, как для вас это важно, но я вынужден продолжать. 6-е место. По мнению наших телезрителей, на 6-м месте Нана Притула. Пятое место. Пятое место. Rap School in Ukraine. На сцене сейчас трое участников. И только у двоих из них еще остается надежда получить место в финале. Итак. Четвертое место. К сожалению, тоже не проходное. Достается Light Balance Kids. Егор, Влад,
Вы заняли второе и третье место, и сейчас судьи будут решать, кто же из вас окажется в финале. Ребята, я хочу обратиться ко всем. Вы очень замечательные. Я искренне хочу сказать вам спасибо за то, что вы были вместе с нами. Я уверен, сейчас посмотрите, наш зал аплодирует вам стоя. Я уверен, что сейчас у телевизоров вам аплодируют наши телезрители. Вы классные. Самое главное, не останавливаться на достигнутом. Я почему-то убежден, что мы с вами еще увидимся, и это будет здорово. Вы замечательные. Спасибо вам огромное. Еще раз аплодисменты нашего зала. Мы прощаемся с вами, ребята. Спасибо. Егор, Влад, идите ко мне. Господа судьи, я вижу, что вы стали белее белого, и это неудивительно. Я хочу вам напомнить, что вы сейчас будете делать. У каждого из вас есть один голос. И вы должны этот голос отдать кому-то из этих двух классных, безусловно, талантливых парней. Тот, кто наберет наибольшее количество голосов от наших судей, то есть два или три, тот, соответственно, и получит заветную вторую путевку в финал. Дидио, начнем с тебя. За кого ты голосуешь? Я завжди привык голосувати так. Ні, правильно сказати, я голосую завжди так, як співпадає в мене в Інстаграмі. І Єгор молодець. І Влад. Голосування так само співпадає. Ви майже одинаково набрали. По коментах так само читаю. Що я перший? Діма. Мені страшно. Поміняємося? Я знаю, но Дідьо, мені кажется, що ну, якщо ти хочеш бути останнім, ні. Тогда приймай рішення. Єгор, в нас в групі Дідьо є одне рішення. Ми так само хочемо тобі допомогти. І ця допомога буде. Через Славу Фролову. Але все ж таки я думаю, правильніше буде мій голос віддати Владу. Спасибо, Дідьо. Ми приймаємо твоє рішення. А то, що я тобі пообіцяв, я обов'язково виконую, Ігор. Я в цьому абсолютно убежден. Ігор Васильович, вам слово, ваше рішення. Мене часто запитують останнім часом. Ви так багато бачили шоу, «Україна має талант», зокрема, і багато учасників різних. І скажіть, будь ласка, хто, чи є такі в цьому сезоні, які вас вразили? І я кажу, що, на жаль, кількість людей, які мене вразили, з кожним сезоном все менше і менше. Не тому, що я став кам'яним і взагалі сухарем, як каже Слава, а тому, що така природа людська, що вразити все важче і важче, ми занадто багато цікавих, класних людей бачили. Але все-таки, слава Богу, і тому мені до сих пір цікаво бути в цьому шоу членом журі, є люди, які вражають. І в цьому сезоні мене вразив, в тому числі Єгор. Мій голос за Єгора. Один голос у Єгора, один голос у Влада. Слава, я навіть не представляю, що ти зараз чувствуєш, але я обязан це сказати. Ми хочемо услышати, яким буде твоє рішення.
Возможно, на сцене сейчас стоят два самых важных и любимых моих участника. Разных. И важных для нашего зрителя также. У Егора один талант, у Влада другой. Если смотреть вперед и оценивать сегодняшнее выступление и думать о перспективах и нашего проекта, и наших участников, и каким-то образом попытаться успокоить свое сердце и быть беспристрастной, то свой голос я отдам Владу. Спасибо, Слава. Мы принимаем твое решение. Влад, мы тебя поздравляем. Ты в финале. Егор, позволь, я пожму тебе руку еще раз. Я хочу, чтобы тебе сейчас все аплодировали. Пускай это случится. Потому что ты действительно, ты... Да, Слава, ты хочешь еще что-то сказать? Прошу. Да. Так как мне пришлось голосовать последней, и этот выбор был, наверное, самым сложным за все эти годы, мне бы хотелось, Егор, тебя поблагодарить и сказать, что ты в первую очередь для меня большой пример, потому что в своей жизни... Я так часто падала, и так много было неудач. И так нужны в этой жизни примеры, за которые ты цепляешься и которые тебя вытаскивают. Спасибо тебе за это. И я очень надеюсь, что ты правильно оценишь мое сегодняшнее голосование. Я считаю, что это правильный выбор. И я абсолютно не сомневаюсь, что тебя ждет большое будущее. На нас можешь рассчитывать. Спасибо тебе. Егор, еще раз тебе спасибо. Аплодисменты всего зала. Это была настоящая мужская борьба. И я абсолютно согласен со Славой. Ты пример. Потому что, несмотря на все сложности, которые могут и происходят в этой жизни, ты... становишься примером того, как с этими сложностями можно справляться. Спасибо. И мы провожаем тебя аплодисментами. Это был Егор. Влад, Вероника, подойдите, пожалуйста, ко мне. Друзья, не останавливайтесь, аплодируйте. Вот они. Два первых финалиста этого сезона. Они счастливы, они улыбаются. Они сегодня сделали все, чтобы получить вашу любовь и поддержку. И, друзья, ровно через неделю мы с вами снова увидимся здесь, на этой сцене, уже во втором полуфинале. Там мы узнаем имена еще двух финалистов. А кроме этого, я хочу открыть вам маленький секрет. Вас ждет еще один очень крутой сюрприз. О нем не знают даже судьи. Заинтригованы? Это радует. Вот, на эту сцену выйдет один очень особенный, очень незапланированный участник. Спасибо за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. Пока.